Здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрите очередной выпуск «Телевидение на коленке» в студии Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Мы делаем телевидение на коленке, пока нам ее не прострелили. Сегодня в программе. Российские ученые вышли на улицу в знак протеста против реформы Российской академии наук. Министр образования Ливанов заявил, что они могут там и оставаться. Сотрудники Следственного комитета продолжают находить деньги у мэра города Ярославля, рассованные по всему городу в самых неожиданных местах. Сергей Собянин призвал муниципальных депутатов помочь Алексею Навальному со сбором подписей, а чуть позже с теплыми вещами и передачами. А сейчас внимание! Сейчас прямо на ваших глазах произойдет запуск нового казахского отделения телевидения на коленке «Байконур 24 часа» в прямом эфире. Поехали! Восхитительное зрелище! Просто прекрасно, не правда ли? Удивительно, насколько разумно использованы деньги российских налогоплательщиков. Просто замечательная картинка. Но вот что-то пошло не так. Что-то не так, да. Что-то не так. Боже мой, кажется, это будет катастрофа. Не хотелось бы. Итак, только что в прямом эфире состоялся неудачный запуск телевидения на коленке в Казахстане в прямом эфире с двумя ведущими в студии. Телевидение на коленке. Мы научились запускать ракеты, научимся запускать и телевидение. До свидания. Всего доброго. Что, у вас увидимся горит, после отпуска. У вас горит, что ли? Вы что, одурели, что ли, блин, придурки? А что делать? Наука требует, как говорится. Все! Сворачиваемся!